Ну, продолжение видео «Утро в деревне». Немножко размялись. Разминка с приседаниями. Загрузились под завязку. Надо идти разравнивать. Ну, сделал небольшую экскурсию по небольшой немецкой деревне. Ой, где тут виноградик спелый? К вопросу будущему, откуда дровишки, сразу отвечаю: халява. Кому надо, подъезжайте, и вас загрузим. Тут сосед мой живет. В основном тут собрались бедные крестьяне из Германии. Это так, небольшое подворье. Огородик, он, курочки. Крестьяне, что вы хотите? Здесь он, сосед, держит коровничек такой небольшой, голов на 150. Тут у нас олени пасутся. Что-то разбежались все олени, попрятались. Сейчас немножко прогуляемся. Врачи рекомендовали ходьбу. Вон тут эти ягодки поспевают. Сосед пашет, он в поле. Что-то попрятались все олени. Хотел показать. Походу, далеко идти придется за ними. Вон они там бегают, блядь. Ну, тут и кормят их. Вон куча зерна лежит. Может, еще спросите, почему зерно не накрыто? Потому что его слопают. Вон он там один бегает, блин. Сейчас там пониже площадочка, где их кормят. О, Мирабелла спеет. Это ореховые кусты. Орехов полно тут будет. Вообще я решил открыть туристическое бюро. Путешествие на ЛКВ по всей Германии. Он как немцы землю обрабатывают. Учитесь в Казахстане. Поспела эта Мирабелла, блин. Тут даже уже перезрело, опадало, блин. И нахрен никому не надо, блин. Никто не собирает. Мне некогда, так все. Вон. О, отсюда видать олени. Видно, стоят два. Нет, три. Сейчас они подбегут. Тут их кормят, блин. К вопросу, зачем
стадо оленей, сразу отвечу, на колбасу. Блять, что-то все позаросло. О, кукурузка поспела.